Так, всем привет! Сегодня на Ford Explorer 2001 года мы попробуем поменять шрус или так называемую гранату. Для начала мы застопорим сюда, вставим стопор, ну типа отвертки, и раскрутим саму гранату. Потом мы освободим верхнюю часть поворотного кулака. Так, у нас не хватает места гранате чуть выйти. Сейчас, я думаю, мы снимем тормозной суппорт, снимем диск, и вот на трех болтах тут держится ступица. Ступицу мы, кстати, недавно меняли. И у нас будет место извлечь гранату. Так, граната никак не хотела выходить, это не давало, и все, как только не пробовал сбить. В итоге расфигарили сепаратор, шарики повылетали, сняли гранату. Здесь у внутрянки стуканули туда, она отошла внутрь, вытащили колечко и получилось ее сбить. Сейчас будем собирать, ставить пыльник. Это надо сжать. Так, граната не подошла новая, по внутрянке будем заказывать новую. Пока оставляем привод в таком состоянии, придет, будем собирать. Ну, в принципе, смысл как снять, вы поняли. Собирать в обратном порядке.